Телеканал КРТ представляє. Повертаючись до питання стосовно тарифів, нещодавно ми дізналися, що був підписаний меморандум з МВФ, де ми беремо обов'язки на себе, що ми збільшимо тарифи, що ми доробимо все ж цю медичну реформу, яку започаткувала пані Супрун, ну і прочі такі гарні, цікаві речі, які, на жаль, чомусь не подобаються нашим громадянам. Ну, ты же оправдание слышал или не слышал? Что эти все штучки мы должны, не могу сформулировать, должны выполнить, да, чтобы нам дали транш. Как только нам дадут транш, мы быстренько это все отменим. Как будто бы в Европе сидят одни дебилы, да? И вот они прям ждут, пока мы дать нам транш, и мы такие все отменим, и они нам даже пальчиком не пригрозят. То есть такое оправдание я слышала. Но на самом деле, ну, это же так круто. Ну, ты понимаешь, это же 200-й просто уровень издевательства над людьми, когда ты говоришь в лицо одно, а делаешь вообще абсолютно противоположно другое, и тебе верят. И как сказал президент на этой же конференции, что теперь у него не 73% по данным Центра Разумкова, а 75%. То есть Разумков, наверное, ему врет или скрывает правду для того, чтобы не расстраивался Владимир Александрович, потому что потом как сыграет печальную песню на рояле. Многие говорят о том, что может быть потому, что он не делает ничего, потому что ему не позволяют, потому что вот, ну, нету такой возможности. Да, я завжди це люблю. Но это самое крутое гарний, оправдание. Почему, бояре погані. Да. Да. Почему не делает? Потому что вот ему не позволяют. Но с другой стороны, человек, который обещал, он-то знал, куда он идет. Он знал, что ему не будет позволять там, не будет позволять тут, и он хоть что-то мог бы сделать, да? Ну, согласись, что продать землю, да, вот этот закон принять, было намного сложнее, чем принять какое-то квотирование, правильно, за которое быстро проголосовала Рада. И какие-то там, это было бы намного сложнее, чем быстренько обрубать закон по языковой или остановить медреформу. Ну, намного же это дольше процесс с миллионом правок. А мы делаем что-то такое, то, что нам надо, причем, опять же, ночью и без вот этих вот правильных процедур, да, но зато то, что надо людям и то, что мы обещали, мы не делаем. Ну, в принципі, я все ж розумію, що Володимир Олександрович в якійсь омані знаходиться. І ну, ти вважаєш, що немає цих 75%? Я думаю, що нету вже навіть 45%. О которых говорили центры нормальные, то есть не Разумкова, не тот центр, который может теоретически сказать неправду, да, говорили о 45, я думаю, что их уже нет. И знаете, с каждым законом, с каждой неделей в Раде все сдвигается и сдвигается вот эта вот черточка на полпроцентика, на одну долю процентика, и вот тебе и результат будет. И, кстати, Владимир Александрович уже не отрицает того, что он будет баллотироваться на второй срок, а я говорила о том, что вот этому не верьте. Нет, все, ну, когда приходят, хочу они захистити пана президента, тому що він, я так пам'ятаю, його запитали: пане президент, ви йдете на другий срок? Він каже: я подумаю, у мене є чим думати, я подумаю, якщо народ мене обере, то якщо... Ну, після цього він сказав по процентам, що людям то нравиться, люди то довольні. А, тобто, да, ти одразу зв'язала да першу да розмову. То есть он сейчас свалит все на нас. То есть мы-то хотим, мы-то просили его баллотироваться, мы-то его поддерживаем, значит, почему бы и нет? Ну и... А як ти вважаєш, взагалі, оце все, що відбувається, воно, в принципі, ми так розуміємо, що якимось чином трошечки допомагають Сполучені Штати Америки. Так чи ні? На твою думку. Ну, вообще, в принципе, с прошлой властью это бы связало, наверное, да. А тут, ну, мне кажется, после случая, когда господин Путин подарил Трампу мяч и сказал, что мяч теперь на вашей стороне, не думаю, что Америка будет нам помогать с развалом нашей страны. Мне кажется, что она теперь будет играть в другие ворота, и Зеленский ее не устраивает. Якщо ну, президент Сполучених Штатів Америки розбереться в своїх питаннях, які ну, зараз да, но ему-то тоже, понимаешь, с другой стороны, ему нужны такие патриоты, как мы. Кто научит его делать правильные революции? Ну, не а Байден же научит. А у нас досвіду вистачає. А у нас, понятное дело. Це треба запам'ятати про наш досвід. Його треба розповсюджувати, допомагати всім, щоб всім на цьому світі стало краще.